33-летняя Наталья Ионова, глюкоза, выступила на торжественном мероприятии в Москве. Певица шокировала гостей вечера своими откровенными движениями. Поп-звезда посетила светский вечер, организованный в честь празднования десятилетнего юбилея ювелирного бренда «Бизнес-леди» Яны Расковаловой. Раут прошел в одном из элитных ресторанов столицы. Громкое событие собрало под одной крышей множество отечественных звезд. Гостей вечера развлекала Наталья. Бывшая подопечная Максима Фадеева примерила светлое мини-платье с приталенным топом и асимметричной юбкой, украшенной пайетками. Ионова распустила волосы и сделала яркий сценический макияж. Завершили образ босоножки на высокой платформе. Исполняя свои главные хиты, артистка устроила настоящее представление. Зажигательно танцевала, несмотря на мини-наряд и шпильки. Особенно звезда дала огня во время песни «Танцевач». Смысл композиции она решила продемонстрировать собственным примером. А при исполнении песни «Танцуй» Россия артистка пикантно подняла юбку, обнажив стройные ноги. Энергичные провокационные движения Натальи вызвали бурную реакцию среди присутствующих. Светская львица Лена Перминова призналась, что восхищена бодростью подруги. Она уточнила, что на сцену Ионова вышла буквально после возвращения из Индонезии. «Вот в тебе энергии. Мама дорогая. Только что прилетела с Бали и так зажигают. Обожаю тебя», – высказалась супруга Александра Лебедева. Празднование Расковаловой также посетили несколько звездных пар. Среди гостей вечера были замечены Виктория Лопырева с Игорем Булатовым и Альбина Джанабаева с Валерием Меладзе. Последние успели побывать на двух светских раутах. Не смогла пропустить роскошную вечеринку и Ксения Собчак. Телеведущая призналась, что вышла в свет, несмотря на тяжелую простуду.